Всем привет, друзья! И в этом видео у нас будет аддон на Backrooms. Вот у нас первое — это кладбище. Давайте раскопаем, что у нас есть. Здесь у нас есть вот такая вот вещь, такие вот вещи. Вот кожаный шлем. Проклятие не съемался. И вот такая вот штука. Прочность 3, по-моему, у нас там. Еще вот эта косточка. Ну, это кладбище, друзья. Это один из аддонов. Потом мы листаем вниз. Вниз. Так, найди себе кнопочку. Вот. The Graveyard. Вот он, аддон. Это, если что, Backrooms 2. Это, ну, там просто, друзья, жестко. Вы знаете, что он еще не вышел, а это от дома, то есть от меня, от Backrooms 2. Например, это темного жнеца. Вот так он выглядит. Все, как он все увольняет. Меня еще будет атаковать. Ой, все-таки ж будет. Гули. Ой. О-хо-хо-хо, вот это да. Так, ладно. Жнеца. А где? Ладно. Выходца. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это реально, друзья. Капец. Вон там жнец. Капец. Ой-ой-ой, жестко. Надо бежать. Так, давай. Бегай. Капец. Он сейчас горит? Я не знаю. Блин. Ай! Мне достал, все, надо убегать. А все? Ой, он встал! Так, ладно. Кошмара. Будешь меня атаковать? Ой-ой-ой, он идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Он в мою сторону идет. Он хочет меня дамажить. Блин, у меня патроны кончились. А нет, еще не кончились. Уходи. Ну, пушка нельзя продамажить. Коррупция, блин, да. Меня убьет же. Капец. Ой-ой-ой, он проверяет. Обойдем его. Да вот так вот он выглядит. Ой! Ой, сзади! Это неожиданно было. Все, патроны кончились. Убивай. Да как он еще жив? Ладно, друзья. Коробка чемпион. Ой-ой-ой, это что такое? Нет. Это же босс Бэкрумса. Зачем я его только сейчас заспавнил? Блин. У меня же пушек нету, чтобы его одолеть. Так быстрее. Ему кретит. Так, быстренько. Так, винтовку берем. Берем базуку и берем вот это продвинутый патрон. Ракета. Непростой патрон. И мой мир без тебя опустил. Ёпрсте! Вот эти гады могут вам встретиться в выживании. Ой, ёпрсте! Кого он только призвал? Ну, Гули! Блин. Где пушки мои?
Нет, 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 да. Это жестко. О, спасибо, что их подорвал. Так я. Ой. Алюсинда Мания, Джеми Вэн, Мания, Алюсинда. Нужно какую-то пушку хотя бы так отобрать быстро, быстрее. Е! Ай, зараза! Так. Они пока до сюда не добрались, я хочу его подорвать. На! Получается. Бесполезно. Окей. Блин. Меня убили. Почему я прям здесь появился-то? Давай встаем. Вот еще одна пушечка. Штурмовая винтовочка. Будет как-нибудь делать. Ё-просто-то, почему они такие мощные? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, перезарядка. Перезарядка. Перезарядка! Срочно я! Ой, ой-ой-ой-ой. Блин, а! Я же задолбался. Не-не-не-не, чё они такие быстрые? Всё, давай просто решим. Кил. Где? Всё. Кил. Ой, победил. Я его победил? Всё, сюда. Я его победил командой. Да. Ну, блин, Дрит, это только в Майнкрафте. О, что это у меня рука? Медуза. Где мои вещи? А где вещи-то мои? Яйцо-то надо тестить. Последнее. Ладно, там что-то было про Неймелис. Неймелис. Так, где-где-где? Вот. Это Мали, вот Corrupted Villager, Вретич и Невелос. А, нет, еще Corrupted Индикатор. Так, я хочу взять пистолет просто вот так вот. Боеприпасы. Миниган. Это что там, просто патрон тоже там нужно. Да, поэтому не берем. Гранатомет. Гранат. Так, вот давайте гранат как раз таки вот такой уровень. И оглушающий гранат тоже берем. Все, в принципе, мне достаточно. А еще давайте возьмем, пойдем. Что-нибудь там в кузнице-то есть хотя бы. Сейчас возьмем кое-что там в кузнице. Что у меня вообще? Что-то крышно? А, нет, ничего не крышно. Просто я боюсь, а то в принципе снимать видос. Все. Ну, кирка только есть. Ну, бронька вот эта такая вот, что все. Все, в принципе, можем ставить. Corrupted Pillager. Ой-ё, просто, ой-ё. Не пошли нафиг. Блин. Так, все. Давайте Nameless Handjet. Будет пульса. А его надо мазать хоть как-то можно. И гранату кинуть. Стендов 2. Ай, блин, он, я только себя надамажил. Ой-ой-ой-ой, что происходит? Ой-ой-ой. Будет большой взрыв. Да. Нифига. Не поддает, ничего не поддается логике. Килби. Так, ну я близко от смерти своей был. У нас коробка в индикатор. Ой-ой-ой. Нет, я самое главное зову дорогу пистолет. Все. Ну вот такая. И в Реддич. Ой-ой-ой, это офигенно. Все, я его. Ну вот такой вот получился мод, мой мод на Backrooms 2. Ставь лайк, обязательно подписывайся на канал. И теперь у меня до свидания.